Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим еще один вариант шарлотки из микроволновки. Очень нравится мне этот пирог. Посмотрите, какой воздушный, вкуснючий и очень быстро готовится. Обязательно попробуйте этот рецепт. Для начала нам понадобится одно яйцо среднего размера. Разбиваем его в чашу для смешивания. Добавляем сахзам. У меня 2 грамма было всего, то есть эквивалентно 20 граммам сахара. Ориентируйтесь по своему сахзаму. Далее добавляем корицу, щепотку. Если не любите корицу, можно совсем ничего не добавлять. Пропускайте тогда этот шаг и просто перемешиваем яйцо с сахзамом. Всегда старайтесь добавлять сахзам в жидкие ингредиенты, он там лучше расходится. Добавляем йогурт натуральный. У меня это был обычный 2% Теос. Снова все хорошо до однородности перемешиваем. И далее для теста нужно добавить муку. Это может быть любая ПП-мука, которую вы любите и используете, но лучше и нежнее всего этот кексик получается с безглютеновой смесью, либо с рисовой мукой. Итак, добавляем. Также добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. И все, тесто готово. Остается только перемешать его до однородности. Все хорошо перемешиваем, чтобы не осталось комочков. Яблоко нужно помыть, почистить, убрать сердцевинку и взвесить, чтобы у вас такого очищенного яблочка было 100 грамм. Далее нарезаем его на удобные для вас кусочки, я обычно просто на кубики режу, и добавляем в тесто. У меня кубики примерно по 1-1,5 сантиметра. Отправляю все в тесто, перемешиваю. И теперь любая посуда, которая подходит для микроволновки, застилаю ее пергаментом, чтобы потом пирог удобно было достать. Выкладываю туда все тесто и отправляю выпекаться примерно 3-5 минут, в зависимости от мощности вашей микроволновки. У меня мощность 650 ватт, и выпекался пирог в течение 5 минут. В итоге получаем очень красивый, ароматный пирожок, который ничем не хуже тех, что выпекаются в духовке. Посмотрите, какой красивый он получается. Очень воздушный. И безумно красивый разрез. Согласитесь, времени вы потратите всего 5-10 минут, а чай можно попить с удовольствием. Готовьте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. До свидания.